Всем доброго времени суток. Представляю перед вами автомобиль. У нас Opel Zafira 2006 года выпуска. Автомобиль оснащен мотором 1,8 литра, мощностью 140 лошадиных сил. На механической коробке передач. Это у нас семейный минивэн. Очень много места в салоне. Также просторный багажник. В принципе, симпатичный внешний вид. Кстати, сейчас заведен автомобиль. Двигатель работает идеально тихо просто. Вот так вот должен работать исправный двигатель. Так, ну что, переместимся в салон, посмотрим состояние салона, а там я вам расскажу про комплектацию. И мы, в принципе, на этом будем заканчивать. Здесь у нас с вами чистенький ухоженный салон, сиденья, карты, дверей, все в хорошем состоянии. Передние сиденья у нас двигаются вперед-назад, также они складываются, багажник тоже большой, просторный. Также у нас с вами еще вот есть столешница здесь, можно перекусить, попить чай, кофе. Пойдемте вперед. Спереди у нас с вами такой же чистенький салончик. Сиденье, карты, дверей, панель, водительская дверь. Состояние хорошее. Красивенький какой. Теперь я вам расскажу про комплектацию. Как видите, у нас с вами имеется мультируль, все стеклоподъемники, регулировка зеркал. Здесь у нас с вами управление световыми приборами. Механика у нас с вами идет пятиступенчатая. Здесь у нас с вами располагается климат-контроль, управление штатной системы. Музыка здесь играет приятная, это же немец. Так, значит, дальше у нас еще есть подогрев передних сидений на 3 режима. В комплекте будут 2 заводских штатных ключа. И у нас с вами заведен автомобиль, ровно работает мотор. Как он работает, вы сами слышали. Тихо, аккуратно, без всяких посторонних шумов, звуков. Ну, то есть ровно работает мотор, ошибок никаких не горит. Пробег на автомобиле 182 тысячи километров. Так что вот такой вот Opel Zafira на ваших экранах. Машина у нас в наличии. Приезжайте к нам на осмотр, на тест-драйв. Вместе с вами заведем, прокатимся, все вам расскажем про автомобиль. И если вас все устроит, эту машину сможете у нас приобрести по системе Trade-in в кредит, либо за наличный расчет. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего настроения. Всего вам доброго. До свидания.